поздравляю с такой вот яркой и тяжелой победой. Ну, рассказывай, как готовились к матчу, вообще готовились ли, чего ждали от Киты, это такая серьезная команда, поэтому явно было сложно чего-то не ожидать от них. С какими мыслями подходили к матчу и чего ждали? Здравствуйте. Ну, в основном хочу рассказать о нашей подготовке. Наша подготовка заключается на регулярных сборах. Мы тренируемся в основном своей командой. У нас очень хорошая сыгранность. Я хотел бы отметить наши индивидуальные действия, а также очень хорошие действия вратаря в воротах. Вот. В основном наша игра заключается на коротком пасе. Вот. За счет быстрых передач мы стараемся перейти в атаку и таким образом забиваем голы. Да, этот матч удался, дался нам очень тяжело, потому что довольно хороший соперник. Вот. Но благодаря волевым усилиям, нашему намерению, мы смогли буквально за несколько минут отыграться и в конечном итоге выиграть этот матч. Хочу сказать большое спасибо нашим соперникам. Они играли в честный и достойный футбол. Хотелось бы побольше таких команд видеть в этом турнире и побольше играть с такими командами, так сказать, в этом сезоне. Киты – это такой постоянный фаворит, и после победы над постоянным фаворитом, ну, явно нужно спросить, а какие вообще планы на турнир? Это, может быть, выход из группы или что-то большее? Конечно, мы хотим занять первое место. Если бы мы не хотели занять первое место, нам бы не было смысла заявляться на этот турнир. Конечно, выйти из группы и в дальнейшем играть с сильными командами, становиться лучше и добиваться высоких результатов. Последний вопрос. Ну, в СФЛ регулярно играет много команд, таких вот военных. И кого вы считаете, ну, своим главным таким оппонентом или противником, и с кем хотели бы встретиться дальше в плей-офф? Я считаю, что каждая команда достойна, и мы достойны каждой команды. Таких фаворитов у нас нет. Мы готовы играть с каждой командой, и с каждой командой мы будем показывать хорошую игру и качественный результат.